подвиг Беркута и для Крыма, и для других регионов Украины стал, наверное, точкой невозврата. Особенно, когда ребята выходили, вы помните, с Майдана, когда ребят предали, когда ребят бросили, но они выходили со своим оружием. Более того, их так и не смогли разоружить, хотя украинская власть дала команду на разоружение, на сдачу оружия. Ребята вышли с достоинством, вышли со своим оружием. Что касается крымского Беркута, я знаю, что и приходилось в районе Корсунь-Шевченковского и в районе Николаева вступать в бой, чтобы проложить себе дорогу, вышли без потерь. Но, к сожалению, до этого, за 3-4 дня, были убиты, были ранены. Но они, еще раз хочу сказать, стали на пути фашизма. Это наши смыслы, это наши символы, это наши герои. Спасибо. Спасибо. Спасибо.